Добро пожаловать на канал Harder Set Info. Перед нами находится устройство Amazfit GTS 4 Mini. Сейчас я покажу вам, как установить какое-либо приложение на данные часы. Итак, для этого мы открываем приложение ZEP, далее открываем, нажимаем на значок часов в левом верхнем углу и выбираем здесь App Store. Далее выбираем какое-нибудь приложение и нажимаем «Установить». Теперь нам пишут, что приложение установлено. Давайте проверим. Нажимаем на кнопочку и проходим вниз, ищем данное приложение. Да, вот оно. Все, мы установили приложение. На этом мы заканчиваем. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.